Всем привет, маленькие сладенькие пахлавушечки, с вами Бадди, и сегодня мы пройдем карту в игре Варгейзин под названием Амелия. Погнали. Не знаю, честно, проходила эту карту или нету. Была ли она из какого-то там мода, хрен его знает. Ну сейчас посмотрим, проверим. Никак не переводится Амелия. Что за слово вообще такое? Давай, вставай, просыпайся. Ну, такое начало я не помню, кстати. Что-то пока не припоминаю. Ух, какая музычка катакомбовская. Как-то все вперемешку даже. Ни хрена себе. И это все? В смысле, а задание получить? Как бы. Тут пусто вообще. Может быть, мне вот этих вот убить нужно, и я получу задание? А, да, кстати. Я был прав. Так. Получили задание, погнали, чё. Чё-то мне, правда, кстати, пропало. Пропал автомат, ладно, похер, погнали. Всех уничтожать. Какая-то еще там баска, да, тут музыка была катакомбовская. Тут, скорее всего, будут всякие развалины. До этого мы еще дойдем. 55 патрон. Хватит ли мне столько? Вот это было вообще... Это было очень больно. Это было капец как больно. Да, и у него сразу пропадает, к сожалению, винтовка. Ничего не с этим не могу поделать. Блин. Я забыл взять штучку. Вообще офигенно. Ну ничего, сейчас плывем туда опять. Пофиг. Поплыли. Все теперь получилось. Ну, я знаю, эта карта не такая длинная, она коротенькая. Ну, сейчас проверим с вами. Так, ну что мы делаем первым делом? Убиваем снайпера, конечно. Снайпер, алло. Его реально нет. Ты
И как мне спастись? Где мне карточку найти? Что-то мне еще должен взять. Не, реально, где карточку взять? А. Вот она. Окей. Не, что-то такую карту не припоминаю, ребят. Пока не вспоминаю. Так, здесь я ничто не смогу активировать, да, походу? Ничего не работает. Ну ладно, ничего страшного. Ни хрена. Окей, 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 окей. Ну, можно просто проплыть. И все, нормас. Давай так и сделаем. Но мне что-то не как-то непонятно, куда пропал этот снайпер, который не убивал. Он вообще сейчас исчез, испарился нахрен. Так, все, этих пахламан сняли. Так, что это за сцена такая? О, ты чё, братиш? Братан, ты чего? Куда расселся, ёпта? Ой. Ну, сейчас я тебя покалечу, дружище, ты чё? За такие действия. Ну, какой мальчик, а? Повъебываться решил передо мной. Я буду тратить по патрончику, потому что патроны заканчиваются. Братолит решил отдохнуть, прилечь. Наверное, моду устал делать карты. Его можно понять, в принципе, уже человек не молодой. Все такое. Это простительно. Открыли мы ворота. Поехали, двигаемся дальше. Ну, она такая карта классическая. Чистая классика. Не очень простая. Так, что-то там есть. Что-то здесь можно найти. Погоди, а что? Твари. Блять, ну как они здесь вообще оказались? Чмошники недоделанные, бля. Чё за люди вообще такие? Как они там оказались?
мрази. Ну давай, выходи уже. Я не пойму, что ты здесь должен найти? Теперь понятно. Карточка. Что же там светилось? Я такой смотрю, приглядываюсь. Блять. Короче, ясно. Все понятно. Мы подобрали карточку, а теперь просто едем. Быстро едем отсюда, уходим. И не нужно задерживаться вообще. Если задерживаемся, это проблема. Они идут на нас нахрен. Так, это не специально ловушечку сделали, да? Умно. Молодцы. Задержали меня здесь. А я спрятался. Кстати. Да неужели эту карту проходил? Или кажется? Что-то я начал припоминать просто. В смысле? А почему назад? Погоди, давай-ка я сначала тут, наверное, всех убью. Понятно. Это была ошибка, получается, да? Да что за херня? Я даже ничего не успел сделать. Видите, вы знаете куда? Идите в задницу. Я пойду назад. Пиздец. Я не знаю, что мне теперь делать. Они меня окружили нахрен. Сдох? Тварь. Такая мразота, а? Thank you.
Пиздец. Что за хрень? Откуда нахрен? Да я его даже не видел, блядь, этот падл, мразь. Чего вообще нахрен происходит? Блядина, блин. Есть. Винтовки нет? Ну это вообще нечестно. Двери не открываются, серьезно? Это вообще нечестно. Ну ладно. Хрен с вами. Поедем так тогда, наверное, да? Так побыстрее будет, попроще. Хера себе. Это что, получается, мне спуститься нужно будет, да? Так, приходится пользоваться мне этой фигней, чтобы упростить все. Потому что тут слишком сложно. Дальше, папуля. Туда теперь, ни хрена себе. Вообще месиво. Просто задница нахрен. Ну да, здесь мне придется подняться. Не, ребят, что-то я-то не припоминаю ни хрена.
Вообще не помню, то, что я проходил эту какую-то карту. Тут прям что-то все это. Так, я должен сейчас долететь. Блин. В смысле? Я же был на этой базе. What the fuck? Вроде был. Все по-другому. Наверное, спутал с другой. Не, я все-таки здесь был. Они, короче, здесь возобновились. Все ясно. Вот, короче, лестница. Я должен, походу, туда подняться. Окей. Что это? Не, реально, что это? Я даже не знаю. Давай-то взорву просто. Ничего не происходит. Все, я понял, что мне требовалось здесь сделать. А мне нужно было, оказывается, просто убить всех наемников. И все. Такая вот хрень. Вот я их убил. И все, у меня здесь открылось. Как вы видите сейчас. Это выкидываем. Все, теперь у нас есть снайперская винтовка. Погнали дальше. Нет, все-таки не проходило, ребят. Что-то я вообще не помню. Такого. Ну, поплыли теперь туда. Все, минус бомж. И тот, который меня завалил в прошлый раз. Охреневшая мразь. Теперь я должен понять, как мне зайти туда. Как мне это сделать?
Может быть, я тут должен всех убить? Или как это работает вообще? Что там вообще? Я занимаюсь какой-то бесполезной херней, ребят. Тут и так ничего нет. Я вроде всех убил. Но ни хрена ничего не открывается. Какого хрена, блядь? Как это пройти, ёбаный народ? Я не знаю, что делать. Почему же они не пропали? Может, там еще мне нужно убить? Но это вряд ли. Сейчас. Я тут еще всех убить должен, что ли, за? Это слишком жестоко, ребят. Вы чё, ёпта? Может, реально я просто поторопился и... Мне не нужно было этого делать?
Окей, я убью их. Без проблем. Так, здесь никого. Все, всех убили, отлично. Я попробую сейчас вернуться туда и вот только попробую. Только попробуй нахрен там, не откройся. Я просто не знаю, что еще нужно сделать для того, чтобы открыть эти двери, блин, гребаные. Я вроде сейчас всех убил, кого я только встречал. Всех ликвидировали. Я просто не знаю, что еще мне нужно сделать. Не знаю я. Бред какой-то нахер. Что за бред-то, блядь? Сейчас здесь проверим. У меня почему-то дежавю какого-то хрена. Просто не знаю.
Так, ну что будем делать, ребятки? Даже не знаю. Ну есть у меня несколько идей еще. Надо как-нибудь, короче, попытаться. Что-нибудь да предпринимем. А если нет, так значит нет. Ну и хер на вас. Хер просто забью эту карту, блядь. Боговную, блядь, ебучую. Тут я уже все активировал, как бы. Мне там делать уже просто нечего, нахрен. Что мне дальше теперь делать? Я, честно, не знаю. Просто не знаю все. Ты серьезно? Но. Идеально, просто идеально. Хорошо, тогда сейчас вот как сделаем. Я поднимусь сюда. Если там так же ничего не будет, нахрен. Я просто, блядь, все. Просто выхожу нахрен. Это уже бесит, блядь. Поговная карта в натуре. Чё за школьник её делал? Никого не осталось в живых. Мне туда никак не попасть, короче. Все. Ну и напоследок предлагаю осмотреть вот это вот место. Это единственное, можно сказать, то все, что осталось. Ничего там как бы больше нету. Ангар огромный. Ну ладно, похер, давайте посмотрим. И все, я на этом и заканчиваю. И просто забиваю болт, забиваю хер на эту карту. Все. Мне это уже достало. Говщина ебучая. О боже. Я карточку взял, серьезно? Может быть, теперь туда попаду? Я напоследок еще как-нибудь туда вернусь? Ну погоди, не сразу. Сейчас мы тут еще посмотрим все нахрен.
Так, ну давай сюда теперь. Синюю карточку мы взяли. Желтый теперь. Отлично, отлично. Молодцом. Это такая себе карта вообще. На обычной комнатке. Тут, в принципе, делать-то ничего. Так, это что, типа все? Что это за кровь? Типа все? А, от хай-энд. А, все понятно. Все, это конец, ребята, мы прошли карту. Чувак нам дал знать то, что... Это конец. Типа, все. Он прикольно сделал. Касцена. Ну да, типа, все. Отлично. Теперь можно спокойно заканчивать прохождение этой карты. Ну давайте уж напоследок, так уж и быть, я отправлюсь назад и проверю, открылись ли двери. Мне просто очень интересно стало. Может, все-таки открылись? И я хочу еще проверить ангарчик. Сейчас мы проверим ангарчик, все посмотрим, что надо. Ну а здесь, походу, ничего, собственно, и нет. Ну, сейчас уже никакого смысла нет продолжать, но я все равно, типа, посмотрю. Ой, это ангар закрытый. Короче, ладно, похер, это просто баг, у меня карта случился. Но мы карту прошли. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте друг контакте, подписывайтесь на ранее, всем пока. В следующей серии у нас мы будем проходить или мод какой-нибудь новенький, или карту всем.